Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления тела мушки возьмите кончик петушиного пера и, отмерив необходимую длину тела, в этой мушке она равняется примерно 2,5-3 длины цевья. Закрепите перо на цевье. Для изготовления крылышка нам потребуется перо CDC. Перед закреплением приложите его сверху тела, выровняйте кончики пера с кончиками тела мушки и затем закрепите перо CDC на цевье. После закрепления отрежьте лишнюю часть пера. Для изготовления грудки возьмите 3 бородки хвостового пера павлина, выровняйте их кончики и закрепите их на цевье. Затем, немного скрутив, намотайте бородки на цевье и остановите намотку, немного не доходя до колечка. После намотки закрепите бородки и отрежьте лишнее. Отогните перо CDC вперед. Сделайте им небольшую петельку. И в таком положении закрепите у колечка. Для того, чтобы торчащий вперед кончик пера смотрел немного вверх, отогните его назад и перед ним сделайте 2-3 оборота нитью. Затем в этом же месте сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Все, мушка готова.